В Лопатинской школе прошла встреча добровольцев из разных уголков Московской области. Активисты обсуждали главные темы, важные проекты и насущные проблемы волонтерства. В очном и онлайн-формате старшеклассники округа и приглашенные гости вывели формулу успеха в непростом деле совершения добрых дел. Подготовиться к окружному фестивалю добровольцев – время действовать вместе. Поделиться опытом и узнать главные номинации всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» смогли участники встречи в Лопатинской школе. Я всегда готова выслушать те предложения, с которыми выступает совет обучающихся. Мне кажется, это очень важно, потому что если ребята вот еще в столь раннем возрасте уже начинают проявлять инициативу и не встречают препятствий для реализации своих планов, это дает очень какой-то такой вот старт, да, в будущее, это дает какую-то уверенность в том, что ты действительно что-то можешь. Лопатинская школа уже не первый раз становится площадкой для общения молодежи с активной жизненной позицией. Ученики младших и старших классов – постоянные участники благотворительных проектов. Я очень много лет занимаюсь добровольчеством, благотворительностью. Ну, по той простой причине, потому что, ну, мне это просто нравится. И все это время я в добровольчество увлекаю добровольчеством подростков, которые всегда рядом со мной. Образцово-показательное объединение для всей нашей страны. И вот именно на этих ребят должна равняться вся молодежь. И, конечно же, я с высоты статуса и положения наработок поддерживаю практически все проекты Лопатинской школы. Ребята рассказали о своих личных мотивациях волонтерства. Волонтерство – это в первую очередь просто искреннее желание помочь другим людям, исходя из своих собственных ресурсов, различными способами. Волонтерство бывает разное. В основном оно направлено просто на улучшение жизни людей и окружающей среды. Если есть возможность помочь другому человеку, я с удовольствием этим занимаюсь, потому что жизнь состоит из того, что нужно кому-то помогать, кому-то, возможно, когда-то мне самому понадобится чья-то помощь, и это приятно, когда есть твердое плечо рядом с тобой. Встреча стала не только платформой для обсуждения проекта «Время действовать вместе», но и отправной точкой фестиваля добровольцев, который пройдет в Лопатинской школе 23 сентября.